Анонс и точная дата выхода 25-й серии турецкого сериала «Пробуждение. Великие сельджуки». 25-я серия сериала выйдет в эфир 15 марта. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Топар сильно разозлился на Низямульмулька из-за того, что на протяжении длительного времени от него скрывали тайну. Если бы ему обо всем рассказали сразу, то Топар также смог бы хранить этот секрет. Он подозревает, что Низямульмульк сомневается в нем. И только по этой причине молчал. Но Низямульмульк успокоил Топара, так как он бы никому не стал раскрывать эту тайну до того момента, пока не наступит назначенное время. Правда была известна еще одному человеку, а именно Зубейде Хатун. Топар хочет знать, по каким причинам он не может раскрыть эту тайну своему отцу, ведь он также имеет полное право все знать. Низямульмульк объяснил, что за последнее время и так произошло много бед. Если сейчас султан обо всем узнает, то он сразу же оставит все свои дела и начнет заниматься этим делом. Только этого допустить никак нельзя. Сейчас даже из-за одной тайны сможет распасться все государство. И Низямульмульк считает, что сейчас нельзя ничего говорить султану. Зубейда Хатун сказал Топару, что если он хочет раскрыть правду, то может это сделать, ведь они стоят перед ним и совершенно ничего не боятся. Напомним, 25-я серия сериала выйдет в эфир 15 марта. Если вам нравится сериал, и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.